Председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили призвал президента Владимира Зеленского прикрыть службу безопасности Украины. Об этом он написал на своей странице Facebook. Экс-президент Грузии отреагировал на заявление СБУ о разоблачении незаконной части военной кампании, которую, по данным спецслужбы, организовали бывший депутат Верховной Рады Семен Семенченко и внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Украины Евгений Шевченко. СБУ же, по его словам, является главным рассадником коррупции в стране, поэтому просто мстит НАБУ и Шевченко. По-хорошему, организацию, которая придумывает такие глупости, нужно просто прикрыть. Убедительно и искренне советую президенту Зеленскому гнать в шею таких защитников национальной безопасности, заявил Саакашвили. Ранее СБУ сообщило, что Семенченко и Шевченко ввозили в Украину военные запчасти и товары двойного назначения без таможенного оформления и продавали их госпредприятиям обороны по завышенным ценам.